поездка на троллейбусе номер 73 от ВДНХ Южный Ипо до 6 микрорайона Бибиева. По просьбам Жени Белов. Сейчас мы поедем. Да, конечно. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Вон 15. Вон 244, 15К. Тоже был красиво бы снять. Но мы снимаем покрашенные машины. Делайте скриншот, если вам хочется. И вот так. И автобус 76. Делайте скриншот, если хочется. Вы можете скриншотить меня сколько угодно. Сейчас подъезжаем к Останкинской телебашне. Туда мы ездили. Остановка первая Останкинская улица. Следующая остановка улица Санта. Для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий. Это может быть заразно. Я почитал. Ищите лифт в Останкинской башне. Thank you.
Аргуновская улица. Уважаемые пассажиры, во время посадки троллейбуса будьте внимательны. Не задерживайтесь. По возможности проходите вперед в середину салона.
очень глуп. При переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицы только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руки. Неожиданный выход из достающего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Ожидая автобус, не стойте близко к краю тротуара. Thank you.
следующая остановка – главный вход ботанического сада. Thank you.
автобуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю. Из соображений безопасности просим вас не затрагиваться на данные вещи.
Расскажите протест. Следующая остановка. Кинотеатр «Макс». Уважаемые пассажиры, вы всегда не удерживаете. Покупайте места пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам детьми и инвалидам. Стандартная улица. Следующая остановка. Приглашают жители Москвы и Московской области старше 31 года, имеющих образование менее 10 лет, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график работы, родину места жительства. Возможное обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. Thank you.
Следующая остановка. Албургское шоссе, дом 87. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется ведение движения. Просим вас бережно относиться к подвижным пассажирам. Остановка Алтуфьево шоссе, дом 87. Следующая остановка. Станция метро Алтуфьево. В избежание получения травм держитесь за поручень. Остановка станция метро Алтуфьево. Следующая остановка станция метро Алтуфьево. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обратим подозрительных лиц, находящихся в салоне троллейбуса, а также в случае обнаружения в салоне троллейбуса вещей, оставленных другими пассажирами, не нужно стартировать. Из соображений безопасности просим вас не затрагиваться до наличия вещей. Следующая остановка – Алтуфьевское шоссе, дом 95.
Остановка Алтайское шоссе, дом 95. Следующая остановка – 6-й микрорайон Гибелева. Конечная. Уважаемые пассажиры, троллейбус прибыл на конечную остановку 6-й микрорайон Гибелева. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщите водителю. Всего вам доброго.